твою дивизию. Маленькая заминочка, замушки. Оп. А послушайте музыку. Кто узнал, кто поет, ставьте в комментариях. Группу. Повезем мы. Автопогрузки. Вот эта база. Где мы сохранились вчера. И слыхта. А вон так же грустно, блин. И мы подрошли. О, везем быстро.
король звуки. Я пришел. По звездным воротам я еду. Привет.
еще интереснее стало. И я в этом, под этим видео оставлю свой скайп, ребята. У кого есть мультиплеер в этой игре, скиньте, пожалуйста, по скайпу. Буду вам признателен. Скайп будет в описании. Да, можете. Так я их обожаю. Там есть все, которые бесплатные. Самое интересное в записи, когда вот играю и записываю, у меня звук куда-то исчезает. Он есть? Он исчезает куда-то. То не громко. А притормаживаю, например, он булькает. Плюнь сигнал на него. Что делать с этим, не знаю, ребят, подходите.
играю на Logitech, G97, не жалею, что купил этот ролик. Были всякие дешевские. Ну, это оправдывалось. Он прикольный. Сам говорит. Интересно. Чтоб сквиз был побольше понять. Я уже хочу увеличить. План у меня там. Перестройство лишний год. Извини. Хотел бы махина, представляю, я кровушком каково было, когда я не мог ехать вперед.
опять не заплатить.
эта игра вообще реалистична, даже с линией. Можете побыстрее перейти, потому что у них очень что-то быстро тягучи набирают обороты. Сейчас увидите, как красиво днем здесь. Начинаем. Откуда вы спросите? У меня 7 передач. На руле у меня всего 6 пеней. А тогда не скажу. Покажу потом. Давайте его пропустим. Можно было бы проскочить, но я решил пропустить. Ну вот. Нам осталось ехать всего лишь 200 километров, если можно себе точно. Ну ладно. Сейчас сколько-то видим. Наверное, не больше 40 минут не будет. Буду парковаться там. Главное, чтобы ворота не защитить. Главное не ворота. Тихо. Не, я вас вижу. Мне жалко, что вы меня не видите. Только слышите. Было бы интереснее. Тихо. Так что подписывайтесь на канал, оставляйте лайки.
ждите следующих выпусков. Кто не подпишется, пропустит выпуск. Видео какое-нибудь интересное. И посмотреть, что за игра вообще. Причем я люблю такой футбол, не сюда. Например, на планшете FIFA 15, пока я ничего интересного. Хотелось бы на ноутсе играть. Тут, если по чесноку, блин, ноутбук был сломан. Поэтому дерьмо не снимал. Так что вот, то, что я хотел сказать. Если вы тут со мной обращаетесь лучше, сердцем хороший. Не будьте лишним. Ломоты 15. Пришла в октябре. Все нормально. Работаем там работу. Снял сам. Лизер же видео такое. Так что можете посмотреть. Найс. Да чтоб тебе.
Я это что за хрень такая? Ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока.